Many times when I've done japa workshops and retreats, I see something very special happening. Каждый раз, когда я провожу какие-то джапа-ретриты и семинары по джапе, я замечаю, что происходит что-то удивительное. I see that the holy name does not consider who is fit and who is not fit. Я заметил, что святое имя, оно не смотрит, кто подходит, а кто не подходит ему. Who is a senior and who is a junior? Кто старше, а кто младший? The holy name only considers who is chanting without offense. Святое имя смотрит только на то, кто воспевает без оскорблений. And if the new bhakta is chanting without offense, he or she will make rapid advancement. И если новый бхакта воспевает без оскорблений, то он или она сделает огромный моментальный прогресс. Because it's all powerful. Потому что это очень мощно. Namas Chintamani Krishna. It's Krishna. Это Кришна. So, whoever we are, wherever we've come from, whatever we've done in the past, it has no effect or virtually no effect on our spiritual life. Кем бы мы ни были, откуда бы мы ни были родом, и что бы мы ни сделали в прошлом, это не имеет абсолютно никакого значения для нашей духовной жизни. Because if we just take the holy name, trying to avoid the 10 offenses, it will powerfully work on anybody. Потому что если мы просто возьмем святое имя и будем воспевать его без оскорблений, оно будет оказывать мощное воздействие на любого. And give anybody Krishna prema. И даст любому Кришна прему. Even you. Даже вам. All right, tell yourself, even I can get Krishna prema. Скажите себе, даже я могу получить Кришна прему. There's this one teacher, he says, put your hand on your heart, and then he'll give you the mantra. Put your hand on your heart. Так, положите руку на сердце. Even I can get Krishna prema. Даже я могу получить Кришна прему. I get Krishna prema by offenseless chanting. Я получу Кришна прему благодаря воспеванию без оскорблений. Yeah, that's how to say it. I get Krishna prema by offenseless chanting. Вот как нужно говорить. Я получу Кришна прему, воспевая без оскорблений. Yeah. We discussed in the past week or two how Mahaprabhu had to eliminate all qualification. И мы обсуждали последние пару недель, как Махапрабху пришлось убрать все требования к квалификации. And the reason he had to eliminate all qualifications to give love is that nobody had any qualifications. И причина, по которой ему пришлось убрать все требования к квалификациям, заключалась в том, что нет ни у кого никакой квалификации. So he came to give love, and he decided, or Nityananda Prabhu decided, we'll have to give to everyone, no matter what they've done, because it's Kali Yuga. And everyone is the most fallen. Он пришел, чтобы дать любовь, и Нитинанда Прабху решил, что мы должны давать ее всем подряд, потому что это Кали-Юга, и все очень падшие. If you think you're unqualified, поэтому если вы думаете, что вы не квалифицированы, you are 100% correct. Вы на 100% правы. But it doesn't matter. Но это не имеет никакого значения. So never use that as an excuse. Поэтому никогда не используйте это в качестве оправдания. I'm not qualified. Nobody's qualified. Я не квалифицирован. Да никто не квалифицирован. But the holy name is qualified. Но святое имя квалифицировано. And any unqualified person who takes the holy name without offense becomes qualified to get Krishna prema. И любой неквалифицированный человек, который принимает святое имя и воспевает без оскорблений, становится квалифицированным, чтобы получить Кришна-прему. Кали-юга, without the holy name, you will never get this. И в Кали-югу без святого имени вы никогда ничего не получите. So this whole consciousness that I'm unqualified, that you should rid yourself of that. Поэтому все ваше сознание, что я не квалифицирован, вам нужно избавиться от этого. Holy name chanted without offense is the most powerful spiritual medicine on the planet today.
And for the rest of Kali Yuga. Святое имя, воспеваемое без оскорблений, это самое мощное лекарство на данный момент и до конца Кали-юги. And that's all you have to do. И это все, что вам нужно делать.